Я наблюдал, как жгли резину. Честно, первый раз в жизни это видел, есть на что посмотреть. От компании «Беларусь», а где мы с победителем? В черной мальчике. Я болел за «Ситроен», но большинство, конечно, выбрало «БМВ». Поэтому сертификат на 100 рублей от компании «Беларусь», пожалуйста, принимайте. Поздравляем вас. Компания «Беларусьнефть», сеть АЗС, всегда рады вам. Это не только топливо, это кофе, это перекусить, это товары в дорогу. Всегда рады вас встретить, и ради вас мы развиваемся. Спасибо. Спасибо большое. Виктор, у вас есть какие-то шумными, крутыми моментами. Впереди у нас... Сейчас шоу поверки. Нет, это не Игорь. Все. Это же не мы, Игорь, да? Нет. Пригласим Игоря чуточку попозже, он будет с нами на связи, сразу будем делать технические замеры громкого выхлопа. Поэтому, если хотите поучаствовать в этой штуке, сразу оставайтесь возле сцены, далеко не убегайте. Но прямо сейчас поговорим о эндуро. Кто-нибудь, когда-нибудь слышал вообще такое слово эндуро? Что это такое? Поднимите руку просто, чтобы вас было видно. Один человек на локации. А, два вижу. Еще видите, пацаны, кого-нибудь? А три-четыре человека. В общем, что такое эндуро? Это такой, скажем так, агрессивный стиль езды на спортивных с препятствиями. И прямо сейчас все это будет проходить и происходить на нижнем уровне. Вы сможете наблюдать за своими глазами. Эндуро у нас будет проходить вот примерно... от полировки, восстановления дисков до ухода за салоном. Мератон Бай.
Рядом также вы найдете у нас multivoice.by, студия автозвука. Прямо сейчас, ребят, собирают двух наших партнеров, о которых мы сегодня будем еще много и много говорить. И подарки от них тоже будем разыгрывать. Но прямо сейчас у нас проходит эндуро на нижнем уровне. Присоединяйтесь. Эндуро проходит вот там. Там гоняют мотики агрессивно, с препятствиями. На все это телефон посмотреть. Еще раз анонсирую тех, кому благодарим за поддержку и за то, что приняли участие в организации нашего мероприятия. Технопроды, Tesla Shop, Abford, Premium Motors, Автогрупп, Лизинг Евротайм, Автокомис номер один, Гродно Автосервис, Агроавтозапчасти. Друзья мои, я хочу немножечко сейчас запустить эту женскую трансформацию.